ладно уже, катайся. Подожди меня, снимай, ты вот нажимай. Парк такой, вот парк. Мы сейчас сюда входим. Тут заборчик есть. Ну здесь это даже, я не знаю, это не это. Это не стадион, это так что-то. Видишь, выстроены вот эти вот. Ну стадион, значит, чуть-чуть дальше. Что-то это не то. Стадион юных, это раньше был стадион. Там вон футбольный парк стоит. А, да. А вот эти что за парк? Ну, уже перегородили. Что? Нет, а вот это что? Это колонна. Может быть. Может там катакомбы есть. Вон поликлиника. Вон. Вот сюда, я с мужиком познакомился. Ага. И он тут стоял, я жену в поликлинику проводил. Мужик 59-го года, ровесник почти. Качели, здесь вообще красота какая. Ну так я и говорю, говорю. Правда, далековато, наверное, до троллейбуса идти. Какой но... троллейбус? Вон троллейбус на 100 метров. Да? Вон Пушкинская. Ну просто здесь тишина, здесь даже не слышно транспорта никакого, гула нету. Ну так вот и ты говоришь. Вон пойдем на дорожку, по дорожке направо пойдем. Видишь дорожку? Видишь. Давай я поеду, ты меня снимай. Ну катайся, я же тебе говорю, катайся. Да, ты. Вот идем, сюда идем. Хорошо, хорошо. Какое-то отделение, а? Отделение, что-то написано. Вот я говорю тому. Представляешь, как в деревне, да? Вот, стадион, я говорю, стадион. Как в деревне, да, Петя? А пахнет как? Ну так я тебе говорю, вот прямо за городом. Это островок такой, просто островок. В центре города, Петя, возле речки. Представляешь, какая-то красота. Вот мы сейчас сюда идем. Ты вот сюда? Здесь мужик на машине стоял, смотри, дела. Это улица Артема. Видишь Артема? Да. Вниз, хорошо. Мы так и до дома дойдем. Нет, смотри, машина идет. Артема, спускаемся вниз опять. Как бы крыть. Здесь отдел недвижимости, видишь какой-то. Гомельский институт недвижимости и оценки. Бизнес и недвижимость. Два.
С Днем Победы все сразу. Да, да, с Днем Победы. Только что это за здание, мы не знаем. Красота, слушай, сады цветут, запах обалденный. И мошки не кусают. Ну так вот, видишь, как. Петя. Это вот в другую сторону. Нарушитель спокойствия. Уже к воднику. А мы пойдем куда? Туда? Я не знаю, куда мы пойдем. Сейчас посмотрим там, что налево. Просто посмотрим. Вот, вижу, он пляж. Да, что я вижу. Да, там пляж. А здесь что у нас? Я не знаю. Здесь еще тут загорожено. Загорожено? Стадион, это что, Гомсельмаш уже? Какой Гомсельмаш? Какой? Центральный стадион. Ну, это и есть Гомсельмаш. Уже был стадион Гомсельмаш. Ну, я этого не знала. Не знала, будешь знать. Стадион завода Гомсельмаш. Да? Ну, и твои там все, деревья. Ну, видишь, дом. Что-то... А? Дом выселили или что-то они там. Да может и Манфилов. Новый дом, по-моему. Или старый. Не, Петька, старый. Ты знаешь, сколько вот у нас в деревне таких домов, которые разваленные? Люди жили, уже все. Где? Вот это же каменное здание? Ну, здесь, наверное... Это, конечно, не жилое. Нет, это будет. Какой-то... А куда это нам с тобой? Такое же там. Так, иди сюда. Что ну что там написано? Улица Карла Маркса написано. Карла Маркса? Это вот здесь имеется дома. А это улица Мига. Ну как, здесь не живете? Вот эта улица. Значит, его не живете. Ну вот это Карла Маркса. А вот это? Поворот, осторожно, там поворот. Улица Сожская, Петя. Сожская, правильно, бывшая... Калантай? Да. Нет, Калантай разве... А, да, раз здесь была Калантай. Скажи, вот зачем вот твоя мать? Здесь не живет. На сколько вы... Нет, вот здесь именно, я не живу. Я живу на проспекте Ленина. Ну, а я живу, на улице Тельмана. Ну так. Ну, я здесь первый раз в жизни. Ну посмотри, дети так загуляют. Так и вы первый раз пролетел. Просто люди не замечают. Петя. Это сделан диспансер на Калантай. Все говорили, а куда? На Калантай. Да. А на Пушкинской был диспансер. А на Пушкинской. Там другой, Петя, был когда-то. Кожный же пальцы. Это другой. С праздником вас! Спасибо. О, смотришь, когда мы вышли? Нормально вышли? Хорошо вышли. Ну, может, пойдем, сейчас за стадионом зайдем. Тут кататься можешь, садиться и ехать уже. А до стадиона мы так зайдем? До стадиона. А вы... Это не стадион. Это здесь команда Гомсельмаш играет? Стройка идет. Красивые дома. Очень красивые. Замечательное место. Центр города. Петя достает всех прохожих с вопросами. А, здесь
что ж ты идешь пешком? Едь, садись. На такой дороге не кататься, ты что? Я не догоню, Петька. Это детские, это детские. Ты ребенок, что ли? Конечно. Это же детские. Направо Волотова. Направо Волотова? Да. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо. Прямо пойдешь. Пик. Короче, немножко мы не зашли. Так, куда нам надо было идти? Снимай, это новый дом. Представляешь, какой красивый дом, а? Вообще, да. Класс. А это уже такая улица, наверное, улица Волотовская. Тут зашибись. Волотовская. Так это уже знаешь, куда выходит? Куда? В Пионерском скале, садик. Так, а мы как пойдем, Руша, расскажи. Ну это какая улица, я не вижу там название. Ну, посмотри. Улица Волотовская. Ну вот прямо она к Пионерскому скале выходит. Сейчас машины проедут. Да что, на ту сторону, что? Зачем? А куда ты хочешь? Здесь идти невозможно. Сюда по тротуарчику пойдем? Нет, так куда мы вниз пойдем? Мы в Волтову пройдем. А нам надо к мамке, да? А прямо это куда? Там тупик. Там тупик? Ну, значит, нам туда. Да? Нам надо еще одну сделать. Что? Съемку. Это снимается? Заканчивается? Снимается. Надо, чтобы 3 хоть съемки было. Так, вот туда дорогу с ними покажу. Вот там дорога на Волтову. Евроопт там вот этот. Это сюда, вниз? Да. Со скоростью 50 км в час можно ездить. Больше нельзя. Там тупик. Там тупик. Значит, нам туда. Да. Пойдем вдоль дома. Снимай дом. Хорошо. Так, смотри машины, так что ты едь аккуратно. Я сейчас наверх. А вот так два. Продажа написана коммерческой недвижимости. Здесь пенсии цены. Наверное, за... не знаю. Знаешь, здесь опасно снимать, я под ноги не могу смотреть. Продажа домов? Да. Продажа квартир? Да. Покупай. Сколько стоит? Пенсия. Нам, прости, никаких зарплат слова не хватит. Нам надо продать все свое имущество, наверное, чтобы купить здесь квартиру. Они долго будут продавать. Здесь еще. А помочь хотел. Давно живете? Да, давно.
Вон какой хаммер стоит во дворе. А. Это уже зов зале, что ли? Конечно, здесь живут уже давно. Ну, здесь, как тебе сказать, здесь, конечно, замечательно. Но если вот... Ну, видишь, какой хаммер? А. Новые районы в Гомеле снимаем, да? Это старый район. Это старый район. Ощущение, что еще как бы даже не населенные, нет? Не-не, эти дома все заселены, Питер. Вот здесь новое строится. Здесь с видом на речку. Ой, что мы сказали. Паспорт объекта вон. Когда... Ну, ты видишь, да, паспорт объекта, ну, не знаю. Вон котенок. Попал в историю. А это что за дверь, смотри? Ну, это может быть... Какой-то... Ну, накрыта дверь будет, да? Нет, закрыта на замок. А вот там, а. Ну, это технические помещения, может быть, какие-нибудь, да? Конечно. Ну, так вон уже пришли Пушкин все, смотри. Да. Мы просто обошли с тобой. Круг, да, получается? Да. А что? Военкомат, что ли? Номер 10 какой-то. Что? Номер 10. Возьми, надо посмотреть. Ну да, я подержу, да, посмотрю. Посмотри, сходи. Я уже не пойду, иди. Не, снимай, пока я буду идти. Смотри на дорогу. Ну что это? Гимназия номер 10. Гоняют как по трассе, да? Ну а что ж ты хотел? А где военкомат? У нас военкомат один. Да ладно, здесь еще. И здесь есть? Да.